7 июня Казанский федеральный университет посетила делегация компании Bloomberg. Bloomberg LP – один из ведущих поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансового рынка. Темой встречи стало обсуждение вопроса создания в Казанском федеральном университете Bloomberg терминал, через который можно будет получить доступ к текущим и историческим ценам практически на всех мировых биржах и многих небиржевых рынках. Он может быть использован не только крупными компаниями, но и университетами для обучения студентов финансового профиля. Суть предложения состоит в том, чтобы попробовать предложить нашим студентам пройти обучение и получить сертификат Bloomberg по работе с финансовыми рынками и маркетингом на финансовых рынках. Акбарсбанк, Связинвест, Нефтехим, Нижнекамск, Нефтехим и Аверсбанк и еще ряд финансовых структур, которые осуществляют деятельность на международном уровне, они имеют соответствующие терминалы и обучение. Подобная лаборатория поможет студентам, преподавателям и научным работникам университета получить доступ к огромному массиву данных, отраслевым и корпоративным отчетам и другой информации, необходимой каждому экономисту не только в работе, но и в учебе. Диана Шилова, Олег Абачаев, Универньюз.